Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Это очередное видео с организацией карт в моем биндере. Смотрите, сколько здесь карт. Их очень много. Но даже это еще не все. У меня здесь есть два письма. И для начала вскроем их. Здесь мои попытки собрать Noisy 88. Эти пакетик. Я боюсь случайно карту порезать. Оп, здесь у меня Чанин из четвертой, вроде бы. Я, в общем, называю этот концепт домино, где они в таких ярких костюмчиках. Второе письмо. Здесь, очевидно, здесь Сэнмин, судя по открытке. У меня этих открыток, знаете сколько? Спасибо за покупку, you make three kids stay. Спасибо. Уи! Здесь Сэнмин из того же концепта. Ну а теперь давайте положим все эти карты в биндер. Поскольку карт действительно очень много, посмотрите, то я постараюсь поменьше болтать. Начнем с полароида Чанбина из Гритинга. Для него отведено место в центре данной странички. Эта страничка у меня такая, знаете ли, немножечко сборная. Здесь раньше у меня лежали карты из Noisy. Но теперь я собираюсь собрать от и 8 Noisy, поэтому здесь у меня вот такие вот остатки. Потом для них будут, наверное, вот для этих двух будут собственные страницы. В общем, ладно. Сеты из Гритингов. Сначала синенький Roommates. Далее сет Garden in Room. Кстати, как вам моя заглушка здесь посередине? Она раньше здесь у меня была другого цвета, но я ее поменяла, и она органично подходит. Здесь тоже есть такой градиент от светлого к темному. Далее это у меня Санён из Maverick ID-карта. Пластиковая. И сет Санёна из Гритинга Дабоджи на 2022 год. Вот такие у них прекрасные задники. Далее, как вы видите, лежит Чан. И поскольку решила собрать сет OT8 из Noisy, я начала с концепта в ханбоках. Чанин, ты решил стать старше Сэнмина? Здорово, классно. Теперь у меня первый сет Noisy OT8 собран. Переходим ко второму. В общем-то, для него у меня есть две карты. Это Сэнмин и Чанин. Ура! И осталось еще три карты. Это Чан, Хёнджин и Феликс. На самом деле, Чан уже в пути. Найти где-то Хёнликсов не по космическим ценам. Я обожаю вот этот концепт, он такой классный. И тут у меня такая заглушка, не знаю, мне нравится, она такая прикольная. Далее, как вы можете заметить, это Одинари. Счастлива ли я? Конечно. Надеюсь, вы видели мою распаковку Одинари. Если нет, то обязательно посмотрите ее. И сейчас мы с вами разложим карты. Начнем с ID Чанина. У меня тоже в планах собрать ID-карты OT8, поэтому Макнеон Топ открыл эту страницу. Здесь у меня должны быть черные юнитные карточки, да, вот две. Мне попались вот такие. Это Чан и Джисон и Банхо, Чан и Минхо. И как бы мне их положить, я не знаю. Может, вот так, вот так. Их всего две, как положить красиво. Наверное, вот так положу, не знаю.
по старшинству, так сказать. Синих рамочек у меня нет, поэтому переходим сразу к красным. И здесь у меня вот такие карты. Это Чан и Джисон, и Джисон и Феликс. Джисон, видимо, меня очень любит, я его тоже. Далее, те карты... А, нет, здесь у меня OT8 мазков, и мне попался Чан. Здорово. Здесь у нас Лида он топ. Там у нас был Макне, а здесь лидер. И далее. Здесь у меня карты мемберов, которых я собираю. И в альбоме мне попался вот такой Чанбин. Как я правильно поняла, в печати лимиток был брак. И, собственно, мне попался Чанбин с браком. Но также к альбому положили две карты без брака. И, собственно, там попался опять такой же Чанбин. Да. И Феликс, поэтому я положу Чанбина. Феликса я положу на место Минхо, просто потому что я не знаю, куда мне его положить. И... А, нет, вот так вот, или... Не знаю, ну, вот так положу. И вот этого Чанбина положу наверх. И же нужно его куда-то положить, да? Потом уже, когда будут приходить остальные, я буду уже как-то думать, решать... Пока что положу так. Последнее, но не по значению, это Джисон, предзаказка от Синары. Я безумно рада, что мне попался Джисон. Вау, это просто вау. Что-то как-то грустненько, что он здесь будет один лежать, не знаю. Надеюсь, следующие альбомы придут побыстрее, для того, чтобы Джисон здесь не лежал в одиночестве. Ну, тут есть вот такой вот неофициальный полароид Минхо. И что у меня осталось? Начнем с карточек, которые положил в подарок продавец с Джун. И если честно, у меня нет для них места. Ну, вот сюда влезут, хорошо. Окей. Так, и вот так. Оп. Ну, ладно. Вот эти две карточки тоже от продавца с Джум, и вот это. Наконец, я еще положу стикеры из альбома, и вот такие стикеры от продавца с Джум. Пока что просто не хочу их никуда тратить, поэтому положу сюда. Осталось положить только крупные вложения из Ordinary. Оп, сюда вставляю новый файлик. Обычно, на самом деле, я все открытки оставляю у себя на виду, где-то вешаю, но я не знаю, мне так жалко эту открытку. Она такая большая, такая гладкая, я боюсь ее поцарапать. Поэтому я лучше положу ее в биндер. Но гармошку и поп-ап открытку я, наверное, все-таки пока что оставлю у себя где-нибудь на виду. Только не знаю, куда она влезет у меня, потому что... Уже все места заняты. И, собственно, да, вот такое вот у меня видео с организацией. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Кстати, можете подписаться на мой телеграм-канал. Я его создала на тот случай, чтобы не потерять с вами связь, так как YouTube часто закрывает мне комментарии. До новых встреч! Пока-пока!